Здравствуйте, это программа «События», я Олег Зверев. О том, что произошло в Самаре, расскажут наши корреспонденты и главные темы выпуска. Самарское эхо египетской трагедии. В разбившемся А-321 погибла семья из Тольятти. Дядя Степа на Самарском перекрестке. В город доставили скульптуру известного советского персонажа. Поменял шубу, можно спать спокойно. В зоопарке пернатые и хвостатые готовятся к зиме. Трагедия, которая потрясла весь мир, напрямую коснулась и Самарской области. При крушении аэробуса в Египте погибла семья уроженки Тольятти, Татьяна Громова, ее муж и их 10-месячная дочка. Весь интернет облетело фото маленькой Дарины, на котором она в ожидании полета, ставшего для нее роковым. Глава региона Николай Меркушкин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Родным Громовых областные власти окажут помощь. Приволжская транспортная прокуратура огласила предварительные результаты проверки самарского аэропорта Курумыч. В надзорном ведомстве считают, что топливо, которым был заправлен самолет, соответствовало требованиям. При этом отмечается, что перед вылетом лайнер не проходил в Курумыче техническое обслуживание. Напомню, аэробус, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в ночь на субботу потерпел крушение над Египтом. Ранее он совершал рейс из Самары и тогда в последний раз дозаправил. В Шарм-эль-Шейхе лайнер заправили снова. По заданию Генеральной прокуратуры проводится проверка в общем. Проверка продолжается. С топливом было все в порядке, когда они отсюда вылетали. В деле блогеров, которых арестовали по обвинению в вымогательстве, появились новые подробности. Сегодня его прокомментировал начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. По его словам, вымогательство могло продолжаться не один месяц. Троих самарских блогеров задержали с поличным после получения крупной взятки у директора компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатила. В момент задержания на этих кадрах за 1 200 000 рублей блогеры обещали удалить со своих страниц в интернете компрометирующую информацию и не публиковать новые материалы. В субботу суд Октябрьского района Самары принял решение назначить меру пресечения Дмитрию Бегуну, Наталье Умяровой и Олегу Иванцу, взятие под стражу. 3 ноября им предъявят обвинение. Они предлагали заключить сделку о сотрудничестве и выплатам энных сумм в течение последних там следующих 10 месяцев. Все это на сегодняшний день им вменено. Суд эти доказательства учел. Более 800 самарских квартир получили отопление после звонка по телефону горячей линии. Бригада специалистов выезжает на место сразу после обращения в департамент ЖКХ или районную администрацию. Сегодня это самый верный способ решить коммунальные проблемы. Работа линии продолжается, что называется, до последнего клиента. О скорой и теплой помощи расскажет Марина Матвейшина. Установить погоду в доме с помощью одного телефонного звонка. В Самаре работает горячая линия по вопросам отопления. По сигналу в департамент ЖКХ и районной администрации на каждый заявленный адрес выезжает группа специалистов. И уже до обеда следующего дня они должны отчитаться, как решили проблему. За 2 недели работы горячей линии диспетчеры приняли более 1200 заявок. С каждым днем жители звонят все меньше. Отопительная система вошла в свой рабочий ритм. Рапортуют на оперативном совещании в городской администрации. Анализ поступивших заявок показывает, что если мы за первые 5 дней имели среднее количество обращений в день порядка 180, то на 6-й день работы горячей линии количество обращений уже значительно упало. Сегодня все дома подключены к отоплению. Если тепла нет, нужно разбираться с каждой квартирой индивидуально, говорит первый зам главы города Владимир Василенко. Также он обращает внимание подчиненных. Устранять коммунальные аварии теперь нужно в 3 раза быстрее. В первую очередь обеспечить качественными энергоресурсами населения. Вот это задача всех сидящих здесь людей, кто на этом отвечает, знает и работает. Восстановительные работы на местах аварий бригады ведут и днем, и ночью. Круглосуточно принимают и обращения от жителей на телефон горячей линии в департаменте ЖКХ, который вы видите на экране. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Константин Головин. События. Лидеров ЖКХ определили в Самарской области. На региональном конкурсе, который проходит уже в 5-й раз, за призовые места боролись лучшие управляющие компании и ТСЖ по итогам 2014 года. Кубки и дипломы получили представители организаций, которые точно в срок дают воду, тепло, проводят текущий ремонт. Главный критерий, по которому выбирали победителей – мнение жителей. У них не должно быть претензий.
Все эти вот наши победители, которые каждый год определяются, во многом мы видим и поддержку населения. Если управляющая компания имеет огромное количество нареканий со стороны жителей в работе в своей, огромное количество обращений к нам в жилинспекцию, то, конечно, вряд ли они получат какое-то призовое место. В Самаре в этом году отремонтировали 70 детских площадок по программе «Двор, в котором мы живем». Работу оценивает контрольный комитет качества площадок. Отвечают ли они проектам и пожеланиям жителей, узнала Валерия Макарова. Прочность карусели специальная комиссия проверяет буквально на себе. В Самаре стартовал прием площадок, сделанных по программе «Двор, в котором мы живем». Но главные судьи все-таки те, ради кого эти площадки строились. Двухлетняя Полина Воронина и ее мама гуляют в любую погоду. Говорят, новенькой площадкой остались довольны. Здесь была одна горка, и все. Потом вот сейчас сделали, молодцы, хорошо. Дочка у меня только сюда и ходит. Как выходим, она сразу, мам, пойдем сюда, и мы сюда вот идем. За этот год в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем» построили 70 площадок. Теперь представители контрольного комитета городской думы, райсовета, департамента благоустройства проверяют, все ли сделано как надо. Во главу угла стоит вопрос к жителям – довольны, недовольны. Если довольны, уже немножко легче, а потом идет соответствовать техническому заданию и фактическому наполнению вот обустроенной территории. Если изначально площадка была продумана, проработана, учтены все пожелания жителей, пожелания депутатского корпуса, район нам передал утвержденные эскизные проекты, сегодня мы видим, вот уже четвертая по счету площадка, где жители, ну, кроме слов благодарности, я ничего другого не слышу. Сегодня комиссия осмотрела 4 площадки в Советском районе. Нареканий нет, акты приемки подписаны. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События». Инспекторы ДПС, кинологи, сотрудники отдела вневедомственной охраны и активисты добровольных народных дружин. Порядка 600 человек приняли участие в общегородском смотре и разводе нарядов полиции, который прошел на площади Куйбышева. Его провел начальник областного главка Сергей Солодовников. Подробности в нашем сюжете. Личный состав построен, форма как с иголочки. Это первое, на что при проведении таких мероприятий обращают внимание. По словам начальника областного главка, порядок при работе полицейских должен быть во всем. Этот смотр проводится для населения Самарской области, этот смотр проводится для нашей собственной внутренней организованности. Наше население должно знать, что есть силы, которые способны его защитить, обезопасить. Показательные выступления элиты правоохранительных органов, бойцов отряда специального назначения показывает личный состав в хорошей форме. Тут же навыки задержания преступников на транспорте демонстрируют инспекторы ДПС. Кроме штатных сотрудников за порядком на улицах, с марта этого года следят и общественники, среди которых активисты ночного патруля, народного контроля и добровольных народных дружин. В их состав входят более 1000 человек по всей Самарской области. Отличившихся во время охраны общественного порядка поощрили благодарственными письмами и грамотами. Среди них и Алексей Колотов. На улицах большое количество административных правонарушений совершается. Хотелось помочь органам. Общегородской смотр окончен. Полицейские записывают приметы преступников, находящихся в розыске, и отправляются на службу. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Дело сызранского Тайсона передали в суд. На скамье подсудимых в скором времени окажется житель Сызрани, 34-летний Виталий Кондратенко. Напомним, в сентябре этого года средь бела дня в одном из супермаркетов без каких-либо причин он избил 61-летнюю пенсионерку. Женщина потеряла сознание, но потом все же нашла в себе силы обратиться за помощью в медучреждение. Злоумышленника задержали через несколько дней. Психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. По фамилии Степанов и по имени Степан. Монумент в честь самого благородного полицейского, спроектированный известным скульптором Зурабом Церетели, устанавливают на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Постамент уже почти готов. Во всю свою 6-метровую высоту памятник предстанет перед самарцами 6 ноября. На открытии скульптуры, посвященной 80-летию произведения Сергея Михалкова «Дядя Степа», ожидают сына писателя Никиту Михалкова, а также скульптора Зураба Церетели. Торжества состоятся в преддверии Дня полиции.
Для нас это наше детство, для наших детей это прекрасный пример тому, каким, наверное, надо быть прекрасным человеком, прекрасным гражданином. Это олицетворение, вот, насколько я понимаю, доблести, чести, доброты, справедливости, правды. А это, наверное, актуально всегда. Отведать солдатской каши, пострелять из винтовки, почувствовать себя настоящим защитником Отечества. Дважды в год в Самаре проходит День призывника. В этом году в армию пойдут более 2000 жителей региона. В разгар осенней призывной кампании молодых людей пригласили, чтобы рассказать всю правду о воинской службе. Каковы первые шаги в ратном деле, узнала и Лариса Шлафаст. Комбинированными ножницами поднимаем плиту. Достается подушка, засовывается сюда. Будущим новобранцам показывают специальную установку для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. С помощью этого оборудования можно вытащить людей из-под завалов и из горящих зданий. Современная техника производит впечатление. Многие уже захотели пойти служить. В пограничные, поскольку семья милиционеры и военные, хотелось бы пойти в ФСБ. Думаю над войсками ВДВ, но пока еще не знаю, подойду, не подойду. У школьников была возможность сдать нормы ГТО и пострелять из винтовки. Заряжай! На прицел! Огонь! Это было не ново для меня, но это мне нравится, и стрелять тут нравится, и разбирать тоже нравится. День призывника проходит в Самаре два раза в год. Для школьников организуют встречи с ветеранами, знакомят с оружием, угощают настоящей солдатской кашей. Основная задача – это, конечно, патриотическое воспитание молодежи, чтобы люди не боялись идти в армию. Мы рассказываем, показываем. Они учатся вообще, как расти, как стать достойными гражданами нашей страны и всегда быть готовыми к тому, что если страна позовет защищать всех нас, то, конечно же, они встанут на ее защиту. Дни призывника дают свои результаты, говорят сотрудники военкомата. Только из Советского и Железнодорожного районов этой осенью в ряды вооруженных сил отправились служить 50 человек. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. В новый путь 53-й автобусный маршрут продлили до площади Революции. Раньше он ходил только до вокзала, теперь доехать можно без пересадок от автостанции «Аврора» и до исторического центра Самара. Раньше жители жаловались, что добраться до театров, музеев и университетов, расположенных в старом городе, можно только на трамваях. Теперь новая транспортная артерия поможет не только сэкономить время, но и не замерзнуть в холода. На обновленном маршруте прокатилась Алина Чемерис. Теперь 53-й маршрут соединяет автостанцию «Аврора» и площадь Революции. Раньше из пункта А в пункт Б добраться без пересадок напрямую было затруднительно. Только на трамваях, да и те ходили нечасто. Теперь отсюда, с улицы Революционной, к примеру, доехать до центра города можно без проблем. Валерий Смирнов рассказывает, каждый день ездит на работу от автостанции «Аврора» до площади Куйбышева. И сегодня, впервые проехав по новому 53-му маршруту, сразу заметил экономию во времени. В принципе, удобно. Он идет практически по трамвайной линии, ну, за исключением вот здесь вот петли делают. А до вокзала практически по трамваю идет. Раньше я ездил, так сказать, до вокзала, а там с пересадками, значит, тоже так же. Либо на трамвае до площади Куйбышева, а там минут 5 пешком не доработано. По новому маршруту 53-й автобус ходит с 1 ноября. Теперь от остановки на железнодорожном вокзале, которая раньше была конечной, он идет по Красноармейской, Галактионовской и Венцека. Интервал движения 13 минут с 6 утра и до 8 вечера. Часто случались дорожно-транспортные происшествия легкового автотранспорта, ввиду чего трамваи стояли и люди не могли добраться. Поэтому вот на основании обращений нами была разработана новая схема. Мы ее согласовали с территориальными органами местного самоуправления, с районными властями, с представителями жителей этих районов. Я не знаю, кому там низкий поклон за то, что вот именно маршрут этот сделали. Что мы можем теперь вот до рынка доехать и до «Авроры». Я села на Троицком рынке. Вот. То есть мне как бы удобно, мне до «Авроры» надо. Я думаю, что удобно. Удобнее маршрут. Теперь это удобно, мы так сейчас стали добираться на этом маршруте. Жители радуются. Обновленный 53-й маршрут пришелся особенно, кстати, к осенним холодам. Теперь не придется подолгу мерзнуть на остановках. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.
Самаре 4 ноября частично перекроют некоторые улицы. В областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Движение будет ограничено с 10 утра до половины четвертого вечера. По Волжскому проспекту от Маяковского до Лесной, по Осипенко, Новосадовой и улице Молодогвардейской до Волжского проспекта. Также на этих участках с полуночи 4 ноября будет запрещена остановка и стоянка личных автомобилей. На прилегающих улицах будет усилена работа общественного транспорта. Спустя 70 лет легендарный паровоз «Лебедянка» снова отправился с вокзала. Уникальный состав с локомотивом послевоенного образца экскурсионный. Такие поезда уже курсируют от Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону. Пассажиры рейса «Самара-Пенза» – туристы, которые захотели таким образом совершить поездку по лермонтовским местам. Средняя скорость 60 км в час – это вдвое меньше, чем у современных поездов. Паровоз середины 20 века. Уникальный в своем роде, такой поезд-сказка, я бы сказала. В этом году этот поезд будет у нас первый и завершающий. В следующем году мы планируем с мая по октябрь делать подобного рода программы с выездом из Самары. Куда впадают российские реки, какие народы проживают на севере страны и как фамилия мореплавателя, совершившего первую русскую кругосветку. Проверить свои знания по географии в Самаре захотели больше 120 человек. В единый день написали не диктанта, желающие ответили на 25 сложных вопросов по предмету. «Моя страна – Россия» на 25 вопросов по географии. В единый по всей стране день отвечали сотни респондентов. Участники диктанта – все, кто пожелал проверить свои знания. Школьники, учителя и просто любители путешествовать. Сейчас положение географии сложное, потому как в вузах она требуется очень мало, в каком вузе. Поэтому школьники уделяют не очень большое внимание географии, к сожалению. Свою будущую жизнь не думаю связать с этим предметом, поскольку у меня немножко иные интересы. Но изучать ее – это полезно, поскольку путешествовать, я думаю, многие любят, и поэтому знать ее – это хорошо. Массовый диктант по географии в России проходит впервые. До этого жители российских городов испытывали свои знания только на диктантах по русскому языку. Представители географического сообщества надеются, что тест на знание просторов своей страны позволит улучшить знания географии у россиян. Когда оргкомитет проанализирует такое огромное количество работ, это как раз и будет вот тем стимулом, чтобы внести какие-то, может быть, коррективы, изменения в образовательные программы школьные и высшие школы, там, где изучается география, для того, чтобы осознать, по какому пути дальше мы должны двигаться. Результаты можно будет узнать после 10 декабря, введя свой идентификационный номер в специальном разделе на сайте Всероссийского географического общества. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Поменял шубу, можно спать спокойно. Подготовка к зиме идет и в Самарском зоопарке. Осенняя хандра обитателям незнакома, они заняты гораздо более важными делами. Кто корм запасает, кто переодевается, кто готовится ко сну. Как будут зимовать пернатые, усатые и хвостатые, узнала Марина Матвейшина. Это не замедленная съемка. Просто сурок перешел на энергосберегающий режим. Двигается медленно, засыпает на ходу, а выманить из норки его могут только любимые лакомства. Но совсем скоро зверек уснет до самой весны сладким беспробудным сном. Барсук уже спит в своей норке. А вот медведь в Самарском зоопарке зимнюю спячку игнорирует. Ну, он сутки, двое может проспать, но все равно потом встает. Вот уже как он знает, что еда у него есть, то есть ему можно и не спать. Но жир он себе откладывает все равно. То есть зиме он становится более большой. В основном звери готовятся к зиме сами. Запасают жир, меняют летнюю шубу на зимнюю, теплую и пушистую. Но некоторые холода не переносят. Их домики утепляют, либо с улицы переселяют в помещение. Больше всего зимой повезет льву. Его домик можно назвать практически элитным жильем. Он самый утепленный из всех, что находится в зоопарке. Туда уже постелили опилки и повесили согревающую лампу. Температура в домике нагревается даже в мороз до 20-25 градусов тепла. В зоопарке рассказали ребятам, как местные звери готовятся к зимовке. Медведь, он ложится спать в берлогу, когда зима наступает. А зайчики, они меняют шубку, и белки тоже. Ежик всегда носит там яблоки в шею норку. Лиса орешки запасает. Также в зоопарке проходит осенний бал-маскарад, где школьники хвастаются и своими знаниями о живой природе, и фантазийными костюмами. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Наш эфир продолжит новости спорта. Слово Сергею Кизоркину.
Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Международный турнир по настольному теннису прошел в Самаре. Краснодар разгромил «Крылья Советов» в премьер-лиге. «Крылья Советов» потерпели очередное поражение в премьер-лиге, на этот раз от Краснодара с разгромным счетом 0-4. В начале встречи ничего не предвещало беды, команды играли на равных, хотя первый тайм Краснодар все-таки выиграл 1-0. Во втором лучше смотрелось при черноморской команде результат на табло. Три безответных мяча побывали в воротах «Советов», дублем отметился Мамаев. После такой игры «Крылья» остановились на 9-м месте национального чемпионата. Мы играли против очень хорошей команды. Наша игра была плохая, но это не от того, что мы не хотели. Мы не смогли. Нам надо вернуть уверенность в себе. Нам надо забивать. Мы знаем, что можем играть намного лучше. В Самаре прошел 4-й международный турнир по настольному теннису на призы губернатора. 12 команд из разных регионов страны, Казахстана и Китая, боролись за главный трофей соревнований. Основные соперники – сборная Самары и китайская команда. В итоге гости завоевали бронзовые награды. Борьба была сложной, самарские соперники были хорошо подготовлены, я старался как мог, мне повезло. Чемпион страны среди молодежи, третий на командном первенстве, призер в парном разряде. Этот год сложился удачно для самарской теннисистки Виктории Кандыбиной. На международном турнире на призы губернатора Самарской области третье место. Мастер спорта результатом недовольна. До этого она два раза становилась первой. Я играла плохо, не настроилась, наверное, на игру, потому что в тот раз выиграл, думаю, и сейчас так будет. Мастерство у ребят растет. Я сравниваю первый турнир. Сейчас уже играют, дети приезжают, довольно-таки показывают неплохой настольный теннис. Самарская женская сборная в командном зачете выиграла турнир. В финале им покорились китаянки со счетом 3-2. Впереди у теннисиста командный чемпионат премьер-лиги, который пройдет в столице 63-го региона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Смотрите телеканал ГИС, Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся!